Ростовская область – один из регионов Южного федерального округа. Расположена она в двух частях света – в Европе и Азии. На юге восточноевропейской равнины с запада омывается водами Таганрогского залива Азовского моря. Ростовская область занимает территорию более 100 тысяч квадратных километров. По территории это далеко не самая крупная из областей России, но она больше любого из государств Закавказья, Прибалтики или европейских стран, таких как Ирландия, Португалия или Нидерланды. На ее территории свободно поместятся Швейцария, Бельгия и Македония вместе взятые. Общая протяженность границ области составляет 2260 километров. Не имеет природных рубежей и легкодоступна для развития широких экономических связей как с соседями первого порядка – Волгоградской, Воронежской областями, Калмыкией, Ставропольским и Краснодарским краем, так и с более далекими соседями – Центральным, Поволжским, Уральским регионами, республиками Северного Кавказа и государствами Закавказья. Протяженность Ростовской области с севера на юг составляет 475 километров. С запада на восток, в южной, наиболее широкой части, 455 километров. Благодаря приморскому и пограничному положению Ростовская область играет важную роль во внешних связях России. Географическое положение Ростовской области на пересечении транспортных путей из центральных районов России, Поволжья, стран Балтии, Белоруссии, Закавказья к портам Азовского, Черного и Каспийских морей способствовало формированию одного из мощных транспортных комплексов России. По территории Ростовской области проходят железнодорожные и автомагистрали стратегического значения. Расположены три речных порта – Ростовский, Усть-Донецкий и Волгодонский, и два морских порта – Таганрогский и Азовский. Последние имеют статус международных. Водные магистрали Ростовской области входят в большое водное кольцо Европы, протяженность которого составляет 4500 километров, позволяя судам типа река-море осуществлять доставку грузов и пассажиров между портами России и европейских государств. Ростовская область как административная единица была образована 13 сентября 1937 года, когда Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и Краснодарский край. В 1954 году из состава Ростовской области была выделена Каменская область, упраздненная и снова вошедшая в состав Ростовской области в 1958 году. Являясь самостоятельным субъектом Российской Федерации, Ростовская область включает 43 сельских района, 23 города, 25 поселков городского типа, 444 сельских административных единицы. Главные воздушные ворота Ростова-на-Дону, аэропорт Платов, стал первым миллионником федерального масштаба, который был построен с нуля, в 30 километрах от Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Введен объект в эксплуатацию в декабре 2017 года. Территория Ростовской области представляет собой пологоволнистую равнину с абсолютными отметками высот от нуля побережья Азовского моря до 253 метров возвышенности Донецкого кряжа. В последние десятилетия в области активизировались оползневые процессы. Участками их проявления являются правобережные крутые склоны рек Дон, Миус, Сал, а также овраги, балки, берега Таганрогского залива, Миусского лимана, Цемлянского водохранилища. Основные причины возникновения оползней и обвалов – антропогенное воздействие на природу. Мощность смещенных пород в долинах малых рек составляет от 2 до 5 метров, а крупных рек, таких как Северский Донец, Сал – до 10 метров и более. Ростовская область сравнительно богата полезными ископаемыми. Их состав –
Условия залегания и размещения находятся в тесной связи с геологическим строением региона. Наибольшее промышленное значение имеют каменный уголь и строительные материалы. Восточный Донбасс – единственное на юге европейской части России крупное месторождение каменного угля. Располагается на Донецком кряже, занимает площадь 70 тысяч квадратных километров, из которых 30 тысяч квадратных километров – угленосным. Общие ресурсы углей Ростовской области составляют 24,5 миллиардов тонн. В настоящее время в Ростовской области выявлено 15 газовых месторождений, 3 газоконденсатных и 2 нефтяных. Месторождение углеродного сырья располагается на юге Ростовского свода и Воронежской антиклизы. Разведанный запас газа оценивался в 56 миллиардов кубических метров. Дон – самая крупная река в области. На европейской территории России Дон занимает третье место по площади водосбора после Волги и Камы и четвертое по длине после Волги, Камы и Урала. Его длина составляет 1870 километров, площадь бассейна 422,5 тысяч квадратных километров. Дон берет начало на отрогах среднерусской возвышенности. Небольшой уклон реки определяет равнинный характер ее течения. Скорость течения не превышает 0,5 метра в секунду. Замедленное и спокойное течение. Народ прозвал эту реку «Тихий Дон». Среднее течение Дона пересекает Верхний Донской и Шолоховские районы области. Затем уходит за пределы региона. На территории области он вновь появляется в своем нижнем течении от Цимлянска до Таганрогского залива. На территории Ростовской области насчитывается более 450 озер. Общая их площадь составляет 94 квадратных километра. Все озера региона можно разделить на пойменные, реликтовые и степные блюдца. Пойменные озера расположены в поймах рек. Их образование связано с русловыми процессами. Наиболее крупные из них – Чернецкое, Черное, Бакалда. Такие озера обладают большой биологической продуктивностью. Некоторые из них стали составной частью водоемов по искусственному разведению промысловых рыб. Реликтовые, или как их еще называют озера-лиманы, расположены преимущественно в Кума-Маночской впадине и образовались после отделения бассейнов Азовского и Черных морей от Каспийского моря. До обводнительных мероприятий здесь существовали интенсивно минерализованные, солоноватые и горько-солоноватые водоемы. Дно некоторых из них было покрыто илом, запахом сероводорода. Самым крупным озером области является реликтовое озеро Маноч-Гудил. В естественных условиях озеро часто пересыхало. После строительства трех плотин и подачи воды из рек Дона и Кубани, большинство реликтовых озер Маночской впадины вошли в состав Пролетарского и Веселовского водохранилищ. Однако некоторые небольшие озера сохранились в естественном виде до настоящего времени. Причем их соленость часто выше солености вод Мирового океана. Когда они пересыхают, берега и дно озер покрываются коркой самоосадочной соли. Многие такие озера имеют бальнеологическое значение. На озере Грузском находится грязелечебница. Территория Ростовской области была заселена с древности, о чем говорят следы многочисленных стоянок человека. В 8 веке до нашей эры на Дону появились скифы, основным занятием которых было кочевое скотоводство. В конце 4 века до нашей эры пришли сарматы. Также в 6 веке до нашей эры появились первые греческие поселения. В окрестностях современного Таганрога была основана фактория. В 5 веке до нашей эры греческие купцы обосновались в Елизаветинском поселении, которое стало торговым центром. Одним из крупнейших греческих поселений был Танаис. Он являлся основным центром торговли. Его население и жители окружающих селений занимались торговлей, земледелием, ремеслами, пасли скот и ловили рыбу. На полях, прилегающих к городу, выращивали проса, ячмень, пшеницу. На протяжении многих веков племена кочевников сменяли друг друга. Первые славянские поселения на Дону появились лишь в XI веке. В XIV веке на степные просторы Дона устремились беглые крестьяне из Центральной России и Поволжья. Их называли казаками, что в переводе с тюркского означало «удальцы
или вольные люди. Особенно значительным был приток в XVI веке. Тогда начало формироваться донское казачество и появляться первые казачьи городки, такие как Раздоры, Бабская, Черкасский, Монастырский и Медведицкий. К концу 17 века на Дону числилось 55 городков, в начале 18 века уже 135. В 1625 году на Дону проживало около 5000 казаков, в 1638 году возросло до 10 000. К концу 17 века на Вольном Дону проживало уже 225 тысяч человек. Яркой страницей в истории Донского края является знаменитое Азовское сидение, которое началось в 1637 году и длилось 5 лет. В то время 4700 казаков и 800 женщин героически защищали захваченную у турок крепость Азов, противостоя 100-тысячной армии. Спустя 50 лет русские войска и флот под предводительством Петра I вернули Россию город Азов, открыв выход в Азовское море. Границы войска Донского неоднократно менялись. Так, согласно грамоте 1793 года, Ростовский уезд и Таганрогское градоначальство относились к Екатеринославской губернии. С 1803 года в состав войска Донского стали входить калмыцкие кочевья по рекам Сал, Куберле, Маныч. Центром в первой половине 17 века были поочередно город Раздоры, село Монастырское и город Азов, а с 1646 года город Черкасск. В 1806 все областные учреждения были переведены в Новочеркасск. В 1920 году центром становится город Ростов-на-Дону. Ростовская область, равно как и другие субъекты Российской Федерации, имеет свою символику. Это флаг, герб и, конечно же, гимн. Население ее многонациональное. К тому же, этот край всегда являлся центром донского казачества. Эти факторы, безусловно, повлияли на смысловое значение, которое заключает в себе флаг Ростовской области. Значение цветов флага доносит нам информацию о представителях национальности, населяющих тогда еще область войска Донского. Изначально каждый цвет соответствовал отдельной народности. Синий цвет флага Ростовской области – символ донских казаков. Желтый цвет символизирует калмыков. Красный цвет символизирует русских. То есть этот флаг был символом единства трех народов, издавна проживающих вдоль реки Дон. Так как сейчас Ростовскую область заселяют представители намного большего количества национальностей, то желтая полоса в наше время объединяет все народы, живущие на берегах этой великой реки. В 1996 году к трем горизонтальным полосам флага была добавлена вертикальная белая полоса, расположенная вдоль древка и составляющая пятую часть ширины флага. Она символизирует единство Ростовской области с остальными регионами Российской Федерации. Современная Ростовская область – одна из крупнейших по экономическому потенциалу административно-территориальной единицы России, входящая в десятку основных производителей промышленной продукции. Занимает второе место после Краснодарского края по объему продукции сельского хозяйства. Это индустриально-аграрный регион, большая часть промышленных предприятий которого сосредоточена в его западной и юго-западной частях. Высокий уровень развития хозяйства Ростовской области определяется удачным экономико-географическим положением, благоприятными природными, экономическими и историческими факторами, а также наличием высококвалифицированных трудовых ресурсов.
По уровню развития и разнообразию отраслей промышленности Ростовская область относится к ведущим Российской Федерации. Многие предприятия региона имеют общероссийское значение, являясь единственными или крупнейшими производителями отдельных видов продукции в стране. Ведущее место в России принадлежит вертолетостроению, производству навигационных систем для судов, зерноуборочных машин. По территории региона проходит ряд крупных железнодорожных магистралей, связывающих центральную и северную части страны с Северным Кавказом. Северокавказская железная дорога была основана в 1863 году, и изначально протяженность ее составляла всего 66 верст, и располагалась она между станциями Аксай и Грушевская. Железная дорога Ростов-на-Дону-Москва была построена в 1871 году. Протяженность железнодорожных путей на территории Ростовской области составляет около 2000 километров, включая три основных пассажирских направления – Чертково-Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону-Минеральные воды и Батайск-Краснодар-Адлер. Действуют узловые железнодорожные станции, обеспечивающие прием, обработку и отправление практически всех видов грузов. Железнодорожный узел Ростова-на-Дону является составной частью самого мощного узла железных дорог на юге России. Он входит в число 5 крупнейших в России. Большое значение в области имеет автомобильный транспорт, в последнее время количество которого очень сильно возросло. Автомобиль имеет возможность попасть в любой населенный пункт региона. Протяженность дорог с твердым покрытием в Ростовской области составляет около 110 километров на 1000 квадратных километров территории. Причем самой густой сетью дорог выделяются юго-западные районы области. За основу герба Ростовской области взят исторический герб области войска Донского. По всем правилам геральдики герб представляет собой традиционный геральдический щит. Герб очень красивый и многоэлементный, отражающий в себе многовековую историю Донского края. В центре герба на голубом фоне мы видим серебряный столб с изображенной на ней красной крепостной стеной с тремя башнями. Под стеной мы видим золотой колос, накрытый сверху голубым волнистым поясом. По бокам расположены донские регалии. Слева – это серебряная булава, расположенная сверху серебряных скрещенных насеки и бунчука. Справа мы видим серебряный пернач, под которым расположены скрещенные насека с орлом и бобылек хвост. Удерживает щит двуглавый орел, каждую из голов которого венчает российская императорская корона. Посередине орел увенчан большой российской короной с лазоревыми лентами на ней. Герб и флаг Ростовской области неразрывно связаны друг с другом. Позади щита крест-накрест расположены четыре полотнища флага региона. Флаги закреплены на древках с наконечниками из копий, а также украшены шнурами и кистями. Автором герба является Алексей Курмановский. Герб был утвержден в 1996 году. Ростовская область – край Тихого Дона и Вольного Приазовья. С уникальной и живописной природой, богатой, самобытной культурой и удивительной историей. Здесь живут трудолюбивые, талантливые и гостеприимные люди, бережно хранящие донские традиции. Путешествовать по Ростовской области увлекательно, поэтому в любом месте гости чувствуют атмосферу вольности, щедрости, многоликости хлебосольного края. Политическая и социальная стабильность, содружество более 100 национальностей, населяющих Донскую землю, превратили Ростовскую область в один из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации, что делает привлекательной Ростовскую область в плане туризма. Эта земля богата историей, и она ждет тебя в гости. Открой для себя интересные маршруты туристического Тихого Дона.